Здравствуйте, уважаемые пользователи и дорогие подписчики этого канала. С вами Павел Кубарьков. В этом видео покажу процесс рисования новой абстрактной картинки абстрактного растекшегося пятна на обычной белой бумаге с помощью гелевой ручки. Как будто жидкость бросили в стену, и она потекла вниз. Здесь я нарисовал первый основной контур и приступил к его обводке. В некоторых случаях я буду подкладывать полиэтиленовый пакет, чтобы предотвратить размазывание по бумаге гелевой ручки. Формат листа бумаги здесь А2, хотя по соотношению руки и листа, думаю, можно догадаться, что это А2. Придет время, и также на этом канале будет показано изготовление и фрезерование сборной деревянной рамки под такой формат. И здесь я уже приступил к закрашиванию внутреннего контура. И здесь я приступил к рисованию внешних брызг. На этой картинке я буду применять, если так можно сказать, два типа заливки. Полное закрашивание и частичное вот такое закрашивание. И также на этой картинке я решил нарисовать еще несколько групп небольших маленьких пятнышек, также с вертикальными подтеками. На этом боковом кадре намного лучше должно быть видно, как прорисовывается каждая капля. Такую картинку можно было нарисовать и сразу в векторном варианте кривыми вектора. Построить все эти кривые. Можно было вместо частичной этой заливки закрашивания применять какую-нибудь градиентную заливку. Но времени, я думаю, заняло бы это чуть-чуть больше, чем чтобы построить все эти кривые. Да и так, я думаю, все-таки более оригинальнее и уникальнее. Да и векторный файл занимал бы очень много места, потому что кривых бы было очень много. Можно сделать из нее растровую иллюстрацию, если ее оцифровать, переснять, сделать идеально белый фон. Потом уже цифровой рисунок можно немного искажать, изменять форму. Можно добавить на цифровой уже файл внизу под картинкой искусственную тень, нарисованную в графических редакторах. Все, здесь пора останавливаться, а то на этой картинке можно получить и перегруз различными элементами. Вот так выглядит законченный вариант. На этом я это видео заканчиваю. Всем всего хорошего. Спасибо. До свидания.